Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев гостил на первом IT-конгрессе «Форум будущего», проходящем в Екатеринбург-экспо, где обсудил с его участниками, а это самые продвинутые и авторитетные цифровые компании страны, ход нынешней цифровизации. В программу этого знакового мероприятия входят, напомним, не только выставки, но и образовательные программы, лекции, мастер-классы, экскурсии на объекты IT-сферы и даже киберучения. А глава региона сосредоточился на цифровых решениях для повышения комфорта и безопасности городской жизни. Например, речь идет о системе видеонаблюдения, отличающейся от простой гляделки примерно так же, как компьютер от счетных палочек. Ее аналитические модули на основе искусственного интеллекта способны отслеживать буквально все. От заполненности контейнеров на помойке до опознавания огня, дыма и оружия. И, соответственно, координировать работу самых различных служб, вплоть до специальных. Ну а соседи-пермяки, которые в этом году тоже 300-летние юбиляры, добавили еще одну составляющую для развития туристического потенциала любой территории. 300-летние Перми сделали 30 стел туристических. И мы хотели тоже вам предложить рассмотреть возможность установки таких туристических стел. А софт разработала ваша екатеринбургская компания. Сейчас вот где ребята, которые софт разработали, идите сюда, вот он. Добрый день. Сейчас будем масштабировать. То есть это, тут это, я уже в газетах прочитал, что это пермская экспансия в Екатеринбург, ну и якатская в Пермь, в общем, мы тут все с Урала. Поэтому вот расскажи, как это работает. Во-первых, здесь есть карта туристических маршрутов. Короче, мы сделали платформу, ребята сделали платформу, и мы все цифровые материалы, которые в городе, в крае, завели туда. Дальше можно непосредственно прочитать про объект. Значит, например, это посмотреть. Губернатор. Петр Вяземский принадлежал к древнему княжескому роду. Да, также есть выход на нужные сервисы, допустим, визит в Пермь, ну, в частности, это можно на ваш сайт тоже, связанный с туризмом. То есть это, конечно, повышает туристическую привлекательность. Затем афиша, если кто-то кого-то интересует программа на вечер, он может тоже заказать себе. Они там билеты. В теплом помещении, что ли? Они на улице прямо. По качественным работают. А они... Там климатика, да. Да? Они работают, они защищены от вандалов, они в вандальном защищении, они прямо размещаются на улицах напротив ключевых туристических объектов. Одним из результатов посещения форума будущего стало подписание соглашения о намерениях по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с акционерным обществом «РТелеком Холдинг». Сегодня на наших глазах технологию закладывают не просто основу будущего, а сегодня мы этими технологиями живем настоящим. И, безусловно, быстрое развитие IT-индустрии позволит потянуть за собой развитие всего того, что есть у нас на Урале. Это промышленность, это образование, это все отрасли, по которым сегодня наблюдается рост. И по тем отраслям, где есть рост, безусловно, этот рост связан в первую очередь с внедрением цифровых технологий. В моем лице, в лице правительства Свердловской области, вы всегда найдете надежного партнера для продвижения ваших продуктов и для развития ваших компаний. Успехов вам! Евгений Владимирович, благодарим вас!